Всем привет, меня зовут Саша Антушевич, я профессиональный журналист и вроде как писатель, у меня даже книжка есть. А сегодня я хочу прочитать вам отрывок из своей повести «Город Че», это о Череповце, моем родном городе. А отрывок называется «Подземка». В конце 70-х советские начальники думали, что население Череповца будет расти и расти. Они предполагали, что в 2020 году в городе будет 1 000 000 жителей, возможно, даже больше. Всерьез обсуждали строительство метро, так на светлое будущее. Успели даже сделать подземный переход. Первая ласточка, подумали жители воображаемого мегаполиса. Переход прокопали под улицей Мира у проходной литейно-механического завода. Каждый день туда и обратно тянулись караваны рабочих. Они тянулись и тянулись, но в подземку почему-то не шли, опасались. Особенно после того, как в городе начали изредка пропадать студентки. Переход совсем зачах. В 2017 году на поверхности установили светофор, подземку опечатали. Это была сырая кафельная шахта, пропахшая мочой. Сквозь щели в плитке просачивалась горячая техническая вода, парила. Под ногами хрустели использованные шприцы и ампулы, стены в мерзких капельках были исписаны ругательствами. Красные, синие, зеленые, кислотные, шипы, брюхо собаки, заводские трубы и люди в противогазах, глазастые ладони, деревья из человеческих волос, наскальные рисунки, видения подростков из 90-х. Там он и прятался, в темноте, лежа на выпотрошенном матрасе. Это был он, черный, как черная дыра, бесформенный, как мешок, и в то же время четкий, как карандаш. Он мог расти, то точка, то гора. Много спал, что еще делать? Исчезал, пока не проголодается. Охотился на крыс и тараканов, но этого было мало, поэтому иногда раз в год, может в два, он охотился на детей. В логово добычу не притаскивал, жрал в лесу неподалеку от города на востоке. Иногда в переход сквозь узкую щель пробивался лунный свет. Тогда он ловил луч лапками и покачивался на своем матрасе, дергал пружинку и слегка скулил, пел песню о своей охоте в сером пыльном городе. На поверхности редкие ночные прохожие ежились и ускоряли шаг, когда нет-нет, даже не слышали, звук был слишком тихим, ощущали этот скорбный скулеж, думали, что им кажется. В воздухе парила глазастая ладонь. Он лежал, отвернувшись к стене, вертел что-то, этим чем-то ловил лунный луч. Мерцало, чуть звякало металлически. Он мусолил кусок лыжки, ощущая приятный кровяной вкус, и снова прятал добычу в ямке на полу. На этом у меня все. Пока. Спасибо.